Быстро и качественно. Так производится опиловка старых и больных деревьев в городском округе. Затем бригада рабочих из 12 человек грузит бревна и ветви в машину на Молодежной улице. Днем ранее другая бригада провела работы с сухостоем, которые мешали коммуникациям. Такие работы проводят рабочие объединенного городского хозяйства. Опиловку сухостоя проводят по рекомендации дендрологов и по просьбам жителей. Внимание уделяют прежде всего старым деревьям, которые находятся в аварийном состоянии и угрожают здоровью людей. Ежедневно сотрудники городского хозяйства вывозят порядка 30 кубометров спиленных деревьев. Также работаем на высотных люльках, до 18 метров поднимаемся, опиливаем вот эти деревья, потому что в черте города, сами понимаете, его спилить невозможно с земли. Приезжает вышка, мы поднимаемся, со страховкой, каской, все вот это. Аккуратно все спиливаем. Опиловку старых деревьев проводят не только в летний период, но и в течение всего года. При этом сухостой не выбрасывают, а его перерабатывают в щепу, которую покрывают экотропы в химкинских парках. Сервер Бекмбетов, Вильфред Димковский, новости Химки ТВ.